Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Российский актер кино и ТВ и музыкант Иван Рудаков скончался 16 января на 44-м году жизни. Об этом в Facebook только что рассказали родители артиста, режиссеры Алексей Рудаков и Елена Николаева. Чудо не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка, больше нет. И мы не знаем, как дальше с этим жить. Помолитесь, кто в силах, за упокой его души. Говорится в сообщении, незадолго до этого родители Ивана написали, что их сын находится в реанимации 57-й больницы в тяжелом состоянии, на аппарате АЛФ и без сознания. У Рудакова были проблемы с сердцем и легкими, последствия перенесенной летом коронавирусной инфекции. Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года. Учился в ВГИКе на режиссерском факультете, затем на актерских курсах у Шиловского. Сниматься начал в нулевые, дебютировав ролью Влада Бойцова в «Попсе». На дальнейшем счету более 40 фильмов и сериалов. «Ванечка», «Цыганочка с выходом», «Соната для Веры», «Алешкина любовь», «Мата Хари», «Комиссарша», «Ищейка», «Собачья работа», «Медиум», «Склифосовский», «Стас Поршень Титов в кухне». Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.